Доброго всем утречка, уважаемые мои подписчики и зрители канала. Кто впервые зашел на канал, подписывайтесь, входите в курс дела. Канал занимается добрыми делами, помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Видео состоит из нарезочек. Вчера вот я видел Машку. Машка у нас осталась одна на вокзале. Значит, что-то надо придумывать, куда я предлагал ей поехать, вот где сейчас Губа находится, туда хотя бы на денек отлежаться, помыться, в баню сходить. Но она отказалась. Вот, значит, сказал, что у меня есть там ботинки для нее. И, правда, мужские, но штаны пока, ребята, все одеты. Значит, утром говорил я там 8:30 приходи, потому что я позже не могу, работа у меня сейчас. Но не пришла она. Вот, и сегодня вот мне подписчики, спасибо, уважаемые мои дорогие коллеги, что ставите в курс меня по поводу вот этих всех движений провокаторских, провокационных. К сожалению, жаль, что люди используют психически нездорового человека в своих целях. Мне кажется, это просто немножко мерзко. Еще меня умиляют две вещи. Значит, это время съемок и количество времени съемки. Меня это просто радует. Значит, наше движение живет, и, возможно, кто-то за собой что-то чувствует нехорошее. А мы живем и здравствуем, продолжаем идти вперед. Благодаря вам, благодаря вашей поддержке, ребята, нашей настойчивости и действительно открытому сердцу, открытой душе. Спасибо вам огромное за поддержку. Смотрим маленький видос. Что получилось, то получилось. Никакой фальши, никаких бумажек, никаких провокационных и наводящих вопросов я не задаю. Все снимаю так, как есть. Смотрим. Спасибо, ребята, за просмотр. А я вот продолжаю работать. Время уже позднее. Но работы много и вся срочная. Поэтому, наверное, остаюсь я на работе. А может быть и нет. Сейчас мы решим. Спасибо за просмотр. Спасибо, что с нами. Всегда ваш маэстро. Гостиница «Кольцевая» называется. Садишься в метро на кольцевую ветку и спишь. Выход в город временно закрыт на ремонт. Пользуйтесь станцией Менделеевская. Метро сегодня жжет. Че он там раскидал? Ебать, кота. Вот это цирк. Такая Москва ночью. Савеловский вокзал. Вот мы кого нашли. Читатель. Манюнька, привет. Ты где пропадала? Я заебался, блядь. О, синяки проходят. Можешь? Это мы все свои. Мы свои. Хотите вас тоже в YouTube? Не надо? Где было? Хуй люди. Сериал. А что тебе брат сложно? Это, да, это еще прошло, были синяки вообще. Хуже было. Кто ударил тебя? Ну, синяк другой. А? Говорить об этом не хотел. Я его нагадаю вообще. А ты мажешь-то эту мазью, которую я тебе купил? А я, блядь, сегодня проснулась поздно. Проснулась. Как я мазь могла? Только проснулась? А где ты 3 дня спала? Я тебя 3 дня уже не вижу. Блядь, я вечером появляюсь, что вам пришла. Хахаля нашла, что ли? Или Ваня. Манька, одна ты здесь осталась. Всех я разогнал. Что?
студенты были сейчас. Были студенты? Че, покушать принесли? Похоже, да. А бомжика не видела, Сашка? Нет, пока. Но они на него и спрашивали. Я пока не видела. Я ему таскал тут, таскал ботинки, искал, искал, его не нашел. Ну, понятно. Красиво. А я заснула. Поздно легла спать в автобус. В 10-м, что ли? В 4 утра легла спать только в автобус. И проснулась в 8 часов вечера. Михаил. Съездишь в Лобню, в эту, в баню, поговорить с Серегой? А? Я так. Отдохнешь, там губа работает, за индюками ходит. А, про губу спрашивал. Женька спрашивал фильм. Губа Мимо. Там, белорус, Валера там. Ты губа только вчера здесь сидел. Позавчера. Позавчера. Позавчера он был. Позавчера и уехала. Да, ну, хотела уехать. Космос больнички у нас. А я в Катаре. А кто космос отправлял, не знаешь? Не знаю. Опять его во вторую инфекцию отправили куда? Не знаю. Это я точно не знаю. Валеру, что ли? Да, да. Одноглазый. Валеру нашему, наверное, отправили. Этого вы... Понятно, кто отправил в больницу. Ну, кто тешит? Ну, я говорю, одноглазый. Одноглазый. Ну, да. Куда? Наверное, опять во вторую инфекцию. Вот. А куда еще можно? Куда же? Что, ты потом выйти? Да, ну, дочку мою прошу. Что, что ты там решишь? Оно же давно там люди живут, другие. Ага. Твои. Нет, замочек вот такой весь маленький. Да, замочек это от ветра. Не знаю, люди ну, тоже за тебя переживают. Она сказала, мы их выгнали. Сейчас мы не только выгнали. Вот одна ты здесь, видишь? Скучно. Похуй. Ну что, ты поедешь кататься на десятке? Не знаю. Завтра утром будешь здесь? Да. Во сколько? Ну, утром 8-9. В тот раз договаривались, ты не пришла. А я отрубилась, я в 4 часа утра. Ну, когда там 4 вышло с перехода, достала за автобуса и поехала. Я не знаю, у меня много нету, соточку дам тебе. Купи себе что-нибудь. Ну прошли эти. Ты помазала бы еще этой херней. Не знаю, если хочешь, я поговорю, ну так, на день чисто. Хотя бы на день съездить. Помоешься, постираешься там. Женькин? Ну, Женька мне вчера ночью я его поймал. А. У меня на 6 вот так надо. Ночью был здесь? Да. А. Он видел, Валера у нас губу. Губу? Да, его охренеть, подъезд. И какой-то подписчик мужик был. Что там ляпнул, я не знаю. Они отошли, разговаривали. Я понял. Ну вот так вот, ребята. Манюнька одна у нас здесь. Что делать, не знаю. Куда ее пристроить? Куда тебе Машунь пристроить? Так, я там. А? Я уйду в тем доме. В третьем комнате там неплохо. У меня свои две комнаты. С теми две комнаты. Ты когда ты, а когда ты там, чего ты там наведешь? Документы тебе сделал этот мент? А, как буду. Я сейчас опять делаю. А, сделал, ты потеряла, да? А кто-то выйдет. А. Ну, я с Лехой поговорила. Лех,
только мне пьяный он давай. Сегодня его смена, я сейчас видел. Я с ним разговаривала. Я видел его. Вот у нас в тысячи нет. Вот никого здесь не было. Ничего не варил. Вот кружку надо. Ясно. Ну, бомжика увидишь, скажи, я тоже его искал. Скажи, я здесь теперь появляюсь только по утрам и вот поздно вечером. В течение дня я здесь не бываю. А его кто-то спрашивал? А? Его кто-то спрашивал. Ну, я видел, как это. Я его искал и под платформу к нему лазил, и туда, и... Опять куда-то скрылся. Куда-то, да, заморочился. Ну ладно, вот такие вот дела у нас. Манюнька грустная у нас. Только я одна. Ну. Джаз-кваса нету, да? Сейчас бы. Ай, лалэ, лалэ, лалэ. Нахерачились бы. Так, что у тебя там? Сайра, а это что, грибы что ли? А, плюшки какие-то. Да. Ну, пойду. Поесть у тебя есть, да? Да. Вау. Так, опять ревизия сумок началась. Нет, это у нас нет. Холодец? Или что это? А, это эти принесли все? Да, все. Студенты? О, рис с мясом. Ну, их не одна хоть. А? Они стоят туда, на шестой. Никого не было, они сюда пришли. Передашь, как хорошо. Чаёк, да? Нет, это макароны я сделала с ним. Ага, ты я где-то готовила. О! А такие только... запарики? Да. Я понял. А мне этот дел. Асланский брат, как он называет его? Не русский. А я хер его знаю. У них там братьев, сватьев. Ага. Ну ладно. Сыта, здорово. Бутерброды с огурцами, да? Что там? Колбаса? Да. Ну, зашибись. Тут тебе на два дня еды. Нет. Манька. Я, может, еще кого-то угостить. А, еще кого-то угостить. А, нет, может, Ваня угостить. Какого? Или кому-нибудь и там. Кто? Какой? Губа. Да губу я отправил на работу. Кто? Нет. Губы нету. Тут только бомжик и все. Он бомжик, видишь, я поняла. На Новослободку сходи. К волку, к Сюхе. Скучно, я не знаю. Что-нибудь подумаем. Сейчас я посоветуюсь с подписчиками, куда тебя... пристроить? На какую работу? Придумаю. Что-нибудь придумаю. А, на следующей неделе подписчики придут, этих придут, студентов. Я им попросил трусы, и чтобы не в этих взглядах ходить. Штаны, у меня есть джинсы новые, но они широковаты, они такие узенькие, на худенькую. Не пойдут они. Пока. У меня мужские. Посмотрю, там что-то у меня было. Это мужские какие-то джинсы были. Правда, мужские, но такие они, чтобы пошире были, чтобы на тебя налезли. Посмотри. Появляйся хоть по утрам-то. Блин, пропало куда-то. Все там. Где Манька, где Манька, где Манька? Где Манька? А если я хочу? Я говорю, я сам ее три дня не видел. Где Манька? Хер ее знает. Ну, блядь, хахаля себе нашла какого-нибудь москвича. Иди-то в баню. Иди-то в баню. Появляйся. Он меня только ночью, первый суток, здесь нам видел. И только за то, что вот попалась. Меня назад. Он в машинке. Потом какой-то подписчик был, но они вышли, разговаривали. Я понял. Я знаю, что за подписчик был. Рефрижератор. Какой-то, нет, они в мясовой постояли.
потом пошел за нами. Ну, Женька меня догнал. Он приезжает, приезжал. Какой-то полник такой. Да я знаю, я видел. Так, ну ладно. Ну вот, ребята, Машка одна, скучно ей. Надо что-то придумывать. У кого есть какие варианты? Что, я не знаю, вот если так честно разобраться, она ни хрена делать не умеет. Ее как-то раз брали в этот, в рабочий дом, на кухню, варить для работяг еду. Ну, блин, она там такого наварила, что мужики все там взбунтовались, и никто есть не стал. И, короче, не поперло у нее, не попер у нее бизнес. Ну, вот поэтому я не знаю, как с ней быть. Жалко вообще, сейчас ей скучно здесь, она одна, никому не заступиться, ничего. Вообще караул. Че, вызвал лифт-то, не? Алкота, блядь. Блядь, ну пожалуйста, не подёргивай. А хуй ты еле ходишь, блядь. Поехали. Ленту не приняла. Какая лента? Лего отправил. Две деревья. Одна в моем подъезде. Да тихо ты, блядь, на месте стой. Вторая, раз, два. Вторая, третья. Ни одна, ни вторая. Ни одна, ни вторая не приняла, да? А какой из тебя сейчас ебака, ёпта? Тебе хоть самого, нахуй. Ты меня не снимай. Я тебя не снимаю, нахер, ты мне нужен. Двадцать три часа. Открывай ворота. Вот он. Пришел хозяин квартиры домой. Андрюха, здравствуй, Макс. Андрюха, здравствуй, Макс. Я что, отработал? Слава Богу. Ты с работы, что ли, идешь? Ты в три смены, походу, да, херачил? Нет, две с половиной. А, две с половиной. На третью силу не хватит. Ой, блин. И смех, и грех. Господи, боже мой. Лёха, Лёха. Крякнешь ты нахер. Так. Куда ты, Лёшенька? Кровать тут. Кровать даже заправил. Ну. Ага, экономия. Раз. Сэкономил. Да, Лёх? Сэкономил свет, да? А, и свет. Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна, экономия, экономика должна быть. На 6-8 так никогда не было. Чего вы там делали, блин? Горбла-то меньше, чем свет, нах. Тихо, гитару мою, блядь, не повали, нах. Да это не я вали. Я хожу. Да тихо ты, отпусти ты шкаф, ёпта. Да отпущу сейчас. Раз. Ёбаный, блядь. Момент. Всё.
Наконец-то твое законное место, да? Да. Жопа прилипла. И курит. Диван как банный лист. Все, еще не отдышался уже цибулю в рот. Цибуля — это картошка. Цибуля — это лук вообще. А, лук. А картошка – бараболя. Бульба – картошка. Да, извините, попутал, извини. Попутал. С трамвайной ручкой уксус. Давай, за маму, за папу. Ой, чудо, чудо, Лёха, Лёха, ладно. The next station is Sozyolovskaya. Что-то там, что-то